Всем доброе утро! Наконец-то, наконец-то! Мне стало легче, и я вышла. Вышла на свою ходьбу, которую сама себе придумала. Вот, пойду пошатаюсь, послушаю музыку. Короче, подумаю о чем-нибудь. Диана пошла в школу. Муж мой спит. Уже ж эту неделю в отпуске. Поэтому он отдыхает. Я вчера очень рано спать лягла, понимаете, с этими пирогами, блин. И блинами утомилась так же, не дай бог. Не чувствовала ни рук, ни ног. И 10 вечера уже пошкребла в постель. На самом деле для меня это очень рано. Я ложусь 11, там 11:30. А это прям, ну, сил не было, просто не было сил. Так что погода хорошая, там вдалеке солнышко. Ну все, пошла я, втыкаю наушники. Работа у меня сегодня вечером, так что весь день в моем распоряжении. Пока я еще наушники не воткнула, покажу вам. Вот эта вот дорожка, вот эта вот. Когда? Не вчера, позавчера. Позавчера. Вечером, перед сном, что-то человек попросилась у меня на балкон, на тот балкон, который в нашей спальне. Ну, я ее выпустила. Думаю, и проконтролю. Она буквально вот так вот, знаете, обойдет по кругу и заходит. Наверное, холодно. Но мы, короче, с ней вдвоем вышли. Я так голову вниз опускаю, вот по, ну, по такой вот аллеечке. Идет лиса. Не идет, а так, знаете, бежит трусцой. Хвост такой шикарный-шикарный. И сразу так, знаете, вспомнились детские эти мультфильмы. Как вот из мультфильма лиса такая. Но не рыжая, а больше как серая, что ли. Короче, грязного какого-то цвета. Но оно-то еще темно было, но рыжего цвета я не видела. Так что вот видите, детки идут в школу. А я повернула, он, видите, вдалеке солнышко, солнышко. И сама думаю, откуда она могла идти? Нет, я понимаю, что по той стороне, ну, там, свободное поле. Но все равно, что они в полях живут. Норы где делают? Прям таки в полях? Ну, я, короче, не знаю. Мне муж говорит, а ты уверена, что это лиса? Лешка, ну, конечно же, ну, что я не отличу? Что это явно не собака. Даже по нашей, знаете, это вот эта трусца другая. То есть не ходьба, не бег собаки. Да. Так что вот такие вот чудеса. Ой, странно, слушайте, тут же ученики напротив, навстречу мне. Идет парень с коротким рукавом, в футболке. Ё-моё, Диана уходила, я смотрела, Google мне показывал, -2. Я еще стою и присматриваюсь, но неудобно было же на камеру вам показывать. Ветер холодный, прям вот такой, как морозный. Он не сильный, но тем не менее он есть. Вот там все горы в снегу, а горы достаточно близко отсюда. Я еще присмотрелась, у него рюкзак. Но там как-то куртки у него не было в рюкзаке. Странно. Но он такой толстый. Может быть, из-за этого ему постоянно жарко. Уже пришла. 50 минут походила. Блин, забываю постоянно, в какую сторону. Вот сюда. Какой тут у нас смельчак? Помог. Помог. А Миношек ушел, да? Давай, давай, давай. Нет, тебе нельзя, дорогая, выходить. Ай-яй-яй-яй-яй, блин. Боже, какие стены грязные, смотрите. Главное, во всей комнате, во всех комнатах. Ой. Купила один хлеб. Продавцы, продавцы, продавцы. Спрашиваю, почем хлеб? Я знаю, что муж мне сказал, что хлеб по 5 лир. Думаю, а у меня только 10. Я взяла себе с собой 10. И еще в кармане лира была 11. Спрашиваю, почем? Ну, я выбрала вот такой вот. Сейчас покажу вам. Вот
такой. Ташек мей. А та. Ой, почему? Другой спрашивает. Другая говорит. 5 лир. Думаю, ну ладно, если 5 лир, я могу тогда, ну, 2 взять. Потому что она хоть и считается как одна булка хлеба, но как-то оно реально очень маленько выглядит. Вот. Подхожу на кассу, она мне говорит. За 2 булки у женщина пошла, у которой 20 штук хлеба или 15. Я вам серьезно говорю. Она просто рядом стояла там около заборчика, смотрела. Видно, дети у нее там учатся около школы. А она мне говорит, 13,50. Я говорю, как 13,50? Она, да, этот хлеб типа 6,50. Я говорю, ну я тогда 1 возьму. А, ну хорошо. И ты думаю, ох, продавцы, понимаете, даже не знают, почем у них товар. Это сам, ну, обычный вот это, как батон. Вот он стоит 5 лир. Но я его покупаю редко, потому что, ну, он вот этот 4-4, вот так пальцем ткнул, и он, блин, весь на крошке развалился. Я такой хлеб не люблю. Когда я вижу такой беленький, знаете, и как бы мягкий, не пережаренный, вот тогда я беру, да, помокишь. Что, дорогая, а когда ты берешь хлеб, а по итогу мои носки, понимаете, тут туда-сюда перемещаю, а по итогу ты берешь крошки, принеся домой, весь стол усыпан крошками, и потом еще раны на небе, ну, я такое не хочу. Я вообще стараюсь хлеб не есть. Ну, с утра вот на завтрак, а на этот, на ужин я не, ну, не ем. Видите, вы заметили, да? Чуть-чуть хотела рот приоткрыть, но вот она сильно широко, все равно рот боится открывать. Пойдемте дальше посмотрим. Кто у нас здесь? Здесь у меня 2, я это точно знаю. Резгярик тут лежит, да? И Челеша там спит. Скрутилась калачом, а Резгярик ей позволил, да? Спать, мась. А Шифтали, я знаю, что он там с мужем лежит на моей подушке. Я когда уходила, ну не пойду я туда показывать ему своего спящего мужа и спящего Шифтали. Заставляют моего мужа играть с ними. Прям Минуш прям ищет эту палку и показывает лапой, типа, что бери, бери, играй со мной. Или вот видишь, ты им показал, теперь они его... Его просто заставляют, представь. Минош. Только лежа, лежа, ленивая игра. Эвет, эвет. Ленивая игра. Минош, ты так хотел, давай, 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 давай. Смотри, прячет. О, о, вот так Минош любит. Все, теперь будет водить. Это может продолжиться до бесконечности. Нож. Ладно, пусть играет. У меня здесь подготовка к рабочему процессу. Это у меня здесь это мелочь. Я же собираю. У меня есть копилка. Всегда была. Я сбрасываю. Потом хожу в маркеты с этими копеечками. Что?
шептали здесь. Спал, да, спал, Мося, спал, 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 спал. Не хочет, чтобы я его гладила. Не хочет, не хочет. Вот, видите, у меня какая копилка. Это мне когда-то шоколадку такую дарили. Ну, я думаю, да, вот. Складываю сюда. И здесь у меня вот еще, видите, тоже сколько? 40 лир. Насобирала. Я, кстати, тоже собирала. У меня и в Хатае было перед землетрясением. Я насчитала копилку. У меня там было 100 лир. Я сложила в пакетик. И что? Потратили, не потратили? Не помню даже. Даже не помню, честно говоря. Все складываю. Давай, и ты иди гуляй. Слышит, слышит звук. Ля-ля-ля, шею вытянул. Давай, давай, иди, иди, тебя ждут. Там у меня стирка, надо Дианке отнести. Сложила ее. Слушает, слушает. К нам только что приехала служба доставки. Приехала посылка от Маши из Хатая. Это у нас здесь новогодние подарки. О, сгущенка, сгущенка. Супер. Это блокнот. Она мне говорила. Ух ты, носишки. Вот такие. Вот такие. Круто. Круто, круто. Это пудра. Затем вот, опять же, тайская. Эта штука, когда, например, да, тебе там тяжело дышать, помазала. Ну, типа, уже? Да, типа звездочки, там все такое, она мне сказала. Ну, надо пробовать. Не знаю, как оно работает. Потом, это что, зубная паста? Да. Блин, Маша, она мне не говорила, зачем? Тебе же понравилось. Да ну и что? Я ей заказала, она же летит в Россию, и она мне сказала, что там есть места, где, кстати, продаются зубные пасты. Я ей заказала. А тебе правда? Ай, сейчас позвоню ей. И тоже вот такая вот тайская пудра 3D. Она говорила, да-да-да, вот пишется 3D. Вот, так что, Диана, попробуешь, нам покажешь, расскажешь впечатления. Могу хоть сейчас ходить. Вообще супер. Ну, зубную пасту она мне не говорила. Она мне вот за носки ничего не говорила, за сгущенку, а вот за вот это и блокнот она мне говорила. А это, понимаешь, втихаря сложила, сейчас ей скажу. Нусику не терпится открыть эту пудру. Что значит 3D, я тоже не знаю. Может, это просто так называется. У меня сил не хватает. А ты посмотри сначала, как она там открывается. Может, там целлофан есть. Да вот это и есть целлофан. Уж мне его снимать, что ли? Ну, естественно, на крышке, на крышке целлофан. Это просто да наклейка. Нет, это наклейка. Давай я тебе помогу. Надо. Все, да. Как скрывается Дианка? Мы тут с Дианкой крутили-вертели. Она, оказывается, так просто. Вот так вот приподнимается. Мы думали, она... Раскручивается, да. Да, она не раскручивается. Сейчас, подожди. Пальцы. Сил нет. Вот. Так, видите, такой порошочек там. Просто опачки. Она... Ой, не прессованная? Да, как да, не прессованная. Угу. А ну-ка. Подожди. Она блестит. Слушай, она даже ее она не блестит. Видно. Ее даже не видно, Диана, на руке у тебя. Она ты слилась просто с тобой. Мало положила? Ну, я не знаю. Ну, какая разница? Мало, не мало, смотри. Ее, она даже ну, вот на камеру так вообще отдает, ну, как белая. Белая, да. А ты говорила, темная, темная. Ну, это кажется в коробочке, что темная. А так, как она пахнет? Пахнет. Ой, чем-то. Очень пахнет. Знаете, как какими-то духами. Ну, отлично. Бля, не блестит. Ты вообще. Видишь? Я вижу, там да. Тут нарисовано. А на камеру я не вижу. Шиммер написано. Она такая поблескивает. Легкий такой нежный-нежный блеск. Какой есть. Он... А ну, покажи-ка. Вам не видно. Класс, вообще супер. Вообще вот сколько, да, вот Маша передавала нам вот из Таиланда. Все такое суперское. Серьезно. Я уже закончила свою работу. И у нас, видите, вечерние посиделки. Пришла ко мне помог, и мы с ней играем в обнимашки. Я ей лапы теребили. Так приятно. Вот эти такие мягкие кожаные лапки. Нам не разрешают, наверное, до поры до времени. А потом...
шипанет на меня, поэтому я это делаю дозированно. Урчит, урчит. Мы чай пьем. Диана там мальчикам готовит урок. Время уже 11 вечера. Сейчас мы немножко посидим, да, помукишь. И будем уже ложиться. Завтра у меня тоже план пойти заняться ходьбой. Вот. Потом мне надо что-то приготовить, поесть, что-то смастерить. Потом я работаю с 4 до 10. И все. В четверг я работаю с 2. В пятницу мне выходной. И у нас поход. Вернее, даже 2 похода. Я потом вам расскажу. Все, 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 все. Куда-то уже надо бежать. Что там? Что ты там услышала, увидела? Ну, давай, решайся. Вот так вот, да, ты решилась? Ну, конечно, мнение мамы вообще не интересно. Хочется так, не хочется, да, помог. Помогишь. То, что маме вообще неудобно даже голову наклонить. Я должна смотреть только туда. Ничего страшного. Скажи, ничего, да? Честно, я порой так вот поглаживаю, я боюсь. Ну, потому что она может это... заругаться. И ударить. Вот так вот. Вот, так что... допиваю чай. Сейчас мы с ней, да, обнимаемся. И пойдем спать. Всем желаю вам спокойной ночи. И пожелаю доброго утра. Для кого как доброго дня.